Приветствую, коллеги. Начал очередной объект. Хочу вас познакомить с бригадой женщин-отделочниц. Да-да, не удивляйтесь, такое тоже бывает. Вот они меня пригласили. Познакомитесь с новым героем. Это Наталья. Она прораб, у нее в подчинении. Наташа, сколько у тебя? Я пришел, у тебя человек первый раз. Человек, пять человек. Сейчас осталось пока трое. Все остальные уехали на другие объекты. А, у тебя много объектов? Наташа, первый вопрос, как всегда. Как? У меня мать тоже строительница, отделочница. Как ты пришла к стройке? Как получилось? Нравится ли? Ну, уже нравится. Уже полюбила эту профессию. То есть ты сначала это холодно относилась, говорит, уже? Да, лет 20 я ее вообще, там, лет 20 тому назад я ее вообще терпеть не могла. Зачистка, грязная работа для меня. Ну, потом я себя перестроила и сказала... Как ты пришла, ты скажи? Вот ты, на кого ты училась после школы? Я вообще фотограф. Да. Я фотограф. Навыки не утеряла еще? Ну, уже как бы... Ну, тогда другие съемки тогда были, да, эти фотоаппараты. Вот. Вот. И потом я была коренной фотограф. Я вообще не хотела заниматься стройкой. На каком фотоаппарате вы снимали? Зенит. Зенит. Да, кстати, там... Да, Зенит, вот. А сейчас уже, потом, когда уже фотографии стало, как правильнее так выразиться, чтобы все поняли. Уже цифровые технологии, да, пришли. Да, уже как бы все люди мыльницы начали... Мыльницы появились. Мыльницы, да, вот это. И как бы в наших услугах фотографа стали как бы меньше нуждаться. И я решила себя попробовать в стройке. Вот это какой год был? Это было 91-й. 91 год. Это сколько тебе лет было тогда? 20. 20 лет. А как ты решила попробовать? Это же не просто так. Я решила, захотела. Нет. Тогда ни технологии, ничего не было. Там, или тебя пригласили обои поклеить? Как? Нет. Я сначала решила к одному участнику пойти поработать. Вот. Побелила. То есть, подожди, вот участник, это частная компания или какой-то, да, человек, который занимался? Да, частный человек. Отдельная личность, которая занималась там строительством, и я к нему устроилась поработать. Я поработала там дня 3-4 и решила уйти. Ну хорошо, ты поработала дня 3-4. Что, чем он занимался, этот человек? Какие технологии, какие тогда ремонты были? Ну тогда что же ремонты там делали? Там только были побелки. Меня пригласили на побелку курятника. Вот. Даже дали так? Мне такой дрын, которым я пожгла все руки. Это который воздух надо? Вот, я сказала, что я больше не хочу. Вот, ну потом пришло тогда же годы, это тяжелые такие годы, да, были, жить нужно было. Ну 20 лет это, да, такой расцвет, да, сил, хочется и заработать, да, и развал союза. Да, и обуться, и поэтому как бы, ну решила опять себя пойти. Короче, ты в бизнес не пошла, ты пошла по стройке. Нет, ну я в жизни все попробовала, и бизнес, и торговлю, все, и остановилась в общем на стройке. Я к ней очень долго привыкала, наверное, года 3. Ну, а потом я уже в итоге сказала, ну, сколько можно мучиться? Ну, давай. И начала заново учиться шпаклевать. У нас же каждый объект как? Мы начинаем все заново. Где-то вспоминаем, где-то чему-то учимся. Хорошо, вот сейчас YouTube есть, можно поучиться. Посмотреть, полистать. А тогда этого не было, это было очень плохо. Я вспоминаю, когда я покупал книги, журналы, диски, да, чтобы просто... Я приходил, я видел, где-то евроокно ставит, я бежал на тот этаж и просил, можно я посмотрю, как окно вставляют? Да. Я помню, при Караед делали у нас бременцы, я к ним ходила каждый обед и ходила, смотрела, как они же его накладывают. Я и так, я... Ну, говорю, научите меня. Но... В общем, я была очень настырная в этом плане. И я так и осталась. Угу. Вот. Поэтому как-то так. А потом, смотри, ну хорошо, ты же строительное училище никакое не заканчивал? Нет, я самоучка. Все полностью самоучка. Да. Ты, то есть, шпателя в руки, на своих ошибках, да, набивалась шишки, да, и так далее, да, и так далее. Да. Ну сейчас у тебя поток клиентов, у тебя сейчас своя бригада. Ребята, я уже... 10 лет стройки почти, я не могу организовать бригаду. Это хрупкая женщина сумела организовать. Как тебе это удалось? Как ты просто смогла повести за собой людей? Просто много друзей. Вот, наверное, они мне доверяют. Вот поэтому... так такие вот большие магазины, вот сейчас буду красить. Вот. Ну, это, наверное, чисто нам случайно попался этот магазин, потому что
мы клиенту делали в Жабинке дом, и он нам предложил. Вообще очень стрёмно, потому что первый раз такой большой объект. Вот так все получится. Ну, я думаю, куча переживаний. Вот. Ну, я думаю, мы потом дальше будем продвигаться. Все будет нормально. Хорошо. Вот ты застала еще тех людей. 91-й год, все-таки тебе пришлось общаться, так как человек на настройке работает, он общается с теми людьми, со строителями. Вот ты общалась со стариками, нашими коллегами, да. Строителями. Вот, ты у них что-то расспрашивала, какие-то. Обязательно. А что-то они рассказывали. Расскажи, что они рассказывали. В то время были они все такие немногословные. Я помню, когда я его спросила, как нужно правильно штукатурить, мне показали вот так вот. И все. И ты додумываешься. А почему они так? Вот так вот. А они типа не хотели делиться опытом? Да. Вот. Помню хорошо свой первый, когда еще была ученицей, красила батареи. И, значит, старалась очень быстро их покрасить, чтобы, ну вот, похвалили, сказали, ну вот, молодец, быстро покрасила. А потом, когда меня сказали, ну а теперь иди сюда и присядь на колени и посмотри, что у тебя под низом творится. И вот, да. Ну, у меня, я честно скажу, у меня были очень хорошие учителя. Им большое, огромное спасибо. У меня была Света Константиновна, хорошая учитель. Она всегда показывала, рассказывала. Оля Константиновна все время говорила, Наташа, Москва не сразу строилась, не святые мешки, горшки обжигают. И вот с этими вот пословицами я иду по все эти 20 лет. Не получается, переделаем. Угу. Говорят, как у нас. Нашу работу можно исправить. Нельзя исправить работу хирурга. Он отрежет руку и больше ее не пришьет. Угу. А мы можем. Мы зашпаклевали, можем еще раз пройтись. Мы закрасили, можем еще раз пройтись. Вот так вот. Но работа отделочника – это работа, и можно сказать, общаешься с людьми, это работа психолога. Бывали и разные заказчики, да? Бывали. Вот в прошлом году в Ямном делали дом, да, обидели. Обидели, и люди, которые со мной работали, остались без заработной платы. Был, да, это вот такой был случай, первый случай, который вот просто обули. Хорошо, вот смотри, когда пришли вот эти современные технологии, современный там кроет, там шпаклевки же они не так, они в начале 2000-х появились у нас практически, там конец 90-х, и гипсокартон появился, то есть как вообще реагировали? Ну, в основном мы как перестраивались и учились, где-то у кого-то перебирали опыт, общались с людьми. А как родители относились? Это что, как-то не свойственно для женщины, может быть? Ну, некоторые такие, у некоторых такое думают, что вот, куда ты пошла? Ты пошла бы там поваром или там еще куда-то? Вот как? Нет, они были довольны, когда я училась на фотографа, были очень. А потом уже, человеку свойственно привыкать. Привыкли. Так же и мои родители привыкли. Ну сейчас, да, уже сейчас уже как бы устаю, потому что может лето, жара, может еще что, как бы объект за объектом. Как бы хочу сдать это и отдохнуть. Да, это очень хорошо, лето, и летом надо отдыхать. Да. Ну хорошо, Наташа. Ну а что ты, вот, например, меня смотрят какие-нибудь девочки или женщины. Разбей стереотип, что женщина может быть строителем. Может. Может, у женщины даже лучше получается, чем у мужчины. Мужчины, наверное, больше к штукатурке, я бы отнесла. Женщины больше к шпаклевке. Вот, отнесла. Поклейки обоев женщины. Декоративки. Ну, декоративки здесь разногласия. Здесь мужчины и женщины могут делать. Поэтому, как бы, мне кажется, при желании все могут делать и то, и другое. Если есть желание и стимул к чему-то, стремление, поэтому... Ну, ясно. Ну, слушаются люди? Слушаются? Вот у тебя здесь вот две женщины. Или бывает, что не слушают где-то? Нет, они слушаются. Они вообще очень хорошие, они очень трудолюбивые. Вот у нас Оксана, она такая... Иди сюда ко мне, девочка моя. Девочка работает, она боится камеры, вот, поэтому
Вообще мы все делаем сообща. У нас тут нету так вот, ты главный, ты командует, нет. У нас так. Как семья, где, да. Где-то что-то, я подхожу к ней, она мне там скажет, давай сделаем так. Во все, мы во всем консультируемся. Сядем втроем, можем поконсультироваться, давайте сделаем так. Давайте и, кстати, сделаем кто так. Консультируется, того ждет успех, когда советуются между собой. Это реально. Поэтому здесь такого вот нету. Я сказала, иди делай так. Это неправильно. Это неправильно. Это как семья твоя, получается. Люди, которые с тобой работают, это твоя вторая семья, получается. Ну смотри, если можно было время вспять повернуть, ты поменяла бы там другую профессию, или все-таки ты благодаришь Бога за то, что у тебя есть вот такая профессия, что ты вот получилось так, как получилось? Или все-таки можно было изменить, все-таки пошла бы в другую? Иногда иногда такие воспоминания, человек, это как спящий падаешь, ну, думаешь, лучше бы осталось фотографом. Потом какое-то время, может, от усталости, может, от чего это такое, а потом как бы опять просыпаешься, опять встаешь и думаешь, ну хорошо. Как ну, есть. Хорошо, как есть, осталось. Я на своем месте. Да, я на своем месте, я иду на работу, я делаю то, что я умею, то, что я учусь, ведь уметь все невозможно. Мы же учимся, мы постоянно учимся. Вот, поэтому... Ну скажи, вот ты смотришь YouTube, каналы да, строительные? Можешь какие-то каналы перечислить, которые ты смотришь? Я смотрю такие. У меня только, я не знаю, каких там, я смотрю только, допустим, вас. Смотрю Павла Сидорика, потом есть там Лужецкий. Да-да. Вот, еще два украинца я смотрю. Один такой, Роман. Вот он по декоративкам идет обычно, он всегда показывает. Одарченко. Да, ага. Декоративки. А еще есть у нас, я не знаю, как я забыла точнее, как его зовут. Он такой в очках. Все время последнее видео, он говорит, рассказывал про шпаклевку, говорит, товарищи, говорит, где же, говорит, стартовая шпаклевка? Говорит, вы забыли, говорит, про стартовую шпаклевку на стенах. Вот, поэтому как бы... Ну, короче, учишься, смотришь, да, подсматриваешь. Обязательно. Я тоже, кстати, смотрю. Да. У меня каждый день приходит сообщение, там пришли новые такие. И вечером перед сном я всех пересматриваю. Молодец, круто. Ну, и себя, надеюсь, увидишь. Не стоит. Все, ребята, надеюсь, было интересно, полезно. Увидимся, до новых встреч. До свидания.